сейчас главное не зажиматься, не пережидать, боксировать в своей же манере, насколько это возможно, потому что японец может поймать кураж. Видим, что готов. Попадает хорошо сейчас через руку Эдуард. Попал. Ох, Саканата вылетает. Японец падает за пределы ринга. Вот это продолжение. Японцу нужно вернуться. Да, ну что, он должен вернуться. Рефери должен открывать счет. Нет, нельзя выскакивать в канаты. Сейчас успевает Абара вернуться в ринг. До счета, да. Но это один из редчайших случаев вообще в боксе. Такое, когда боксер улетает за канаты и успевает вернуться при этом. И Григорий, продолжает бой. Если я не ошибаюсь, то 30 секунд дается ему. И Крайновский атакует, и в тяжелом положении рефери останавливает бой. И японец заплакал. Вот это развязка. Мы поздравляем «Орел», мы поздравляем Россию, мы поздравляем Эдуарда Троеновского с великолепной защитой титула.